Уоррен, да, я могу использовать этот снимок, бла-бла-бла. Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители моего канала. Черт, нет сигнала. Thanks, Mr. Спасибо, мистер Джефферсон, но это вам уже не пригодится. А я умею водить? Я же не умею водить. Ну ладно. Так, пойдем отсюда быстрее. Hold on, Max. Погоди, Макс. So, where is Chloe? Да, где Хлоя? Я сам хочу очень знать, очень интересно. А, подожди, Хлою убили или нет? Сказать правду, соврать. Наверное, все-таки лучше соврать. Блять, что ж такое, это вечно эти тяжелые выборы. Ну, давай посмотрим, что будет, если я скажу правду. Дэвид, Хлоя. Хлоя. А, она же уже мертва. Погибла. Dead. Только не убей его. Нет, такого быть не может. No, God. Только не Хлоя. Not Chloe. Oh. Max, are you sure? Max, ты уверена? You... Yes, ты... Да, я видела I ее. Я видела, как Джефферсон убил ее на свалке прошлой Jefferson ночью. Killer in the junkyard. Last night. Last night? Прошлой ночью. When I was как я жалел себя myself, в комнате... Когда я жалел себя в этой комнате? I promised я обещал Джои, что я буду оберегать ее и Хлою. How can I face her and explain this? Как я посмотрю ей в глаза и скажу это? I never even told Chloe that I... Я даже не сказал Хлое, что я... God damn it! Твою мать. Если ты его не убьешь, я оставлю тем, что я... Ну, вообще, я правду оставлю. Ты убил ребенка моей жены, больной ублюдок. Ты отнял у меня мою падчерицу. Только не убивай его. Эй. Дэвид, стой! Вот именно поэтому я и подумал, что это плохо. В принципе, он должен знать, но, блядь, не сейчас. Явно не сейчас, слышай меня. Давай без этого. Я отмотаю, скажу вранье. Мне кажется, так будет лучше. В принципе, блядь, он этого заслуживает, но... Макс. Макс, извини. Извини меня за то, что тебе пришлось это увидеть. I'm sorry you had to see that. Да, это миленько на самом деле, но дело в том, что, блядь, тебя опасает. Вот чем-то. Я не хочу, чтобы тебя сделали. Сколько крови? Что я наделал? Я отмотаю время. All that time I в то время же я... Что я тратил на слежку, я... Chloe. I'm sorry. Хлоя, прости. Мне жаль. Джойс, я подвел тебя. You. Твою семью. И сам сядешь. You didn't fail. Никого ты не подвел. Ты старался как мог. Макс, лучше выйди отсюда. You better get outside. You've seen enough. Ты так насмотрелась на эту комнату. Дэвид. Дэвид, спасибо тебе за то, что Thank ты спас меня. For saving me. Дайте отмотать время. Я не хочу, чтобы он сел тоже туда, в тюрьму, в тюрячку. Не-не-не, не сейчас тебе об этом узнавать, дружок. Вот когда его посадят, это ты узнаешь. Назад. Так. The Prescott's had to know about this. Бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас я буду ходить, и он меня остановит. I better go outside and call more. Oh, please. Да, это мы отмотаем. Соврать. Все с ней зашибись. Дэвид, она была весьма подавлена, так что... Pretty stressed out. Она пошла медитировать, а я в это время оказалась здесь. Medicate before I ended up in here. So. Так что с ней все в порядке. Oh, thank God. О, слава богу. Впервые я рад, что Хлоя творит траву. Дэвид, мне нужно выйти на улицу, подышать свежим воздухом и позвонить кое-кому. Конечно, я не Макс. Это не очень хорошо врать. Ты стойкий солдат. Я рад, что вы с Хлоей лучшие подруги. А еще я врать умею очень хорошо. Ступай, ты уже сполна насмотрелся на эту комнату. Окей. Просто единственное, что я хочу, чтобы он отомстил. Я хочу очень, всем всей душой хочу. Что ж, препод, посмотрим, какое фото доказательство. Ты засрал весь этот компьютер. Так выйти ты, я смогу. Джефферсон сгниет в тюрьме, бла-бла-бла.
freedom. Свобода. Holy shit. Охереть, буря. This storm is real. I need to find... Нужно найти Уоррена. Yes. О, да. Ловит. Уоррен, Уоррен, ты меня слышишь? Марс, черт возьми, ты где? Неважно, слушай, у тебя остались вчерашние фото с парковки? Ну да, но зачем оно тебе? Оно ведь не очень хорошо вышло. Да-да, нормально, мне оно и нужно. Где ты сейчас? Я в двух китах. Тут Джойс и куча народа. Все сбежали сюда из-за этого Армагеддона. Все ждут, пока океан станет тихим. Скоро я буду там. Нет уж, это безумие. На улице нереально находиться. Я в машине буду. Серьезно, Макс, оставайся там, где ты сейчас. Вряд ли торнадо собирается утихать. Мне даже страшно. Ничего, мне тоже страшно. Но я еще не закончила, Уоррен. Так что жди меня. Постой. Постой, паровоз. Не стучите. Ну ладно. Это совсем из другой песни. Макс, ты водить умеешь? Вот я не умею, честно. Замечательно, что ты умеешь. Ну, это тоже, наверное, ничем хорошим не закончится. В этой игре мало что хорошим заканчивается. Все время какая-то жопа, в конце концов. Замечательно. Ведь я им говорил, я трас лимбабо, у вас не один год, что наша культура это полная прихоть и преднапряжение приведет к гневу божьему. Ну, естественно, сразу же пророки, я застрял на этой блядской радиостанции. Именно я. Кто-нибудь вытащите меня отсюда сейчас же. Сейчас же, черт возьми. За что я, блядь, плачу налоги? А, боже. У вас новое сообщение. Получено 20.00. Макс, это Нейтан. Просто хочу сказать, мне жаль. Жаль за что? Я не хотел кого-либо вредить. Кейт или Рэйчел. Я никому не хотел вреда. Меня все использовали. Но ты тот еще сам по себе засранец. Мистер Джефферсон, он идет за мной. И скорее всего это дерьмо закончится. Берегись, Макс. Он и за тобой придет. Ах, ты опоздал, дружок. Прости. Ну ладно, ты хотя бы не совсем уж такой плохой. Как могло быть, наверное. Что случилось? А, это не моя машина, господи, испугался. Садись! Ну ладно. И ты садитесь. Я никого не пускаю, что ли? А вот Уоррен же. Уоррен, мать твою. Ух, какая буря. Торнадо. Странно, что никто в машину не бежит. Так, мне надо искать своих подруг, ребят и всех остальных. Уоррен сейчас в двух китах, нужно спешить. Где эти два кита, я что-то не вижу. Ребята, держитесь. Кто-нибудь, пожалуйста, кто-нибудь помогите мне. Это заправка, говорит, я надеюсь, не два кита. Вот через что мне проходить? Да попробуем вот через этот дом. Черт. Алиса, что? Помогите мне спуститься, Макс. А, Алиса, опять ты? Ну давай. Алиса, ты в порядке? Давай, я помогу тебе спуститься. Да пошла ты, Макс. Каждый раз, когда ты появляешься, мне нужно куда-то свалить. Поэтому просто... О, блядь. Ну, ты сама виновата. Последний раз я тебе помог, но ты, видимо, совсем в меня не веришь. Ну ладно. Нужно найти способ помочь Алисе. Так ты же только что посмотрела на бревно. Ой, на доску. Ты можешь взять эту доску? Или мне надо спуститься за ней? Ну, Алиса, мать твоя, ну... А я могу тебя кинуть и пойти, типа? Но я так, естественно, не сделаю, слишком плохо.
Надо ее теперь из здания доставать. А как вот я ее достану? Нужна какая-то штука. Рисунок. Взглянуть. Самое время, чтобы смотреть. Я не могу думать о детях. Да, да, согласен с тобой. Не очень сейчас это уместно. Так, туда, оттуда мы ничего не найдем. Это что такое? Записка. Загадка разгадана, но награды не будет. Возвращаю тебе планшет, который я украл, и увидел, что он лежит. А, уже не важно. Что там насчет Алисы? Что я пропустил? Черт, Алисе снова нужна помощь. Я тебя понял, слушай, я не собирался уходить. Хотя, в принципе, у меня есть в голове такая идея, но... Сдаваться я не буду. Туда нельзя, опять туда нельзя. Ну что, и куда я должен залезать? Опять я пропустил что-то очевидное. Ну, допустим, я пропустил что-то очевидное. Вот доска, я могу смотреть только на нее, а взять ее не могу. Зачем ты ее смотришь на нее? Возьми ее. О боже, Алекс, ой, Макс, ты очень глупишь. Да что тут думать-то? Возьми доску руками. О боже. Вот эта доска, да? Вот она. Ну я подхожу. И ничего не происходит. А, ты кто? Выпустить чего? Ты что, бешеный? О боже, тебя убило? Только не Эван, нельзя дать ему пострадать. Эван, стой. А, я понял, что я сделал не так. Надо было просто время отматывать и все. Блин, я что-то искал, как-то вытащить. Надо было просто всего лишь отмотать время и все. Сейчас мы просто отмотаем здесь время. Только... Подожди. С вами ничего не случится, ведь правильно? Алиса, стой. Ты сейчас упадешь, сейчас слово, подожди. Стой. Да тут доска есть, стой. Давай. Быстрее, Алиса, хватай мою руку. Не ссы. Я спускаюсь. Макс, у тебя получилось. Ты в порядке? Теперь да, нужно убираться отсюда. Алиса, ты иди, а мне еще другим надо помочь. Я сегодня в роли спасателя. Спасатель Макс, выкуси Роберт Капа, кто это сказал. Так, вот ты, теперь ты. Что там с тобой случится? Лучший снимок на свете. Эван, блядь, ну ты дебил. Помочь. Эван, ты что, торнадо не видишь? Уходи отсюда. Макс, ни за что не уйду отсюда без фотографии. Ты только смотри на это. Если ты умрешь, фотографии тебе не помогут. Убирайся. Ладно, раз уж ты настаиваешь. Ох, мол, Макс, ты знал, о чем говорила. Какой же я идиот. Будешь им, если не найдешь укрытие, понял? Нет, раз я послушаюсь настоящему герою дня. Пошли со мной. Сперва я должна помочь всем остальным. Я такой миролюбивый. И очень добрый. Так, с тобой что не так? Эй, есть кто-нибудь? Тут есть я. Я не хочу тут подыхать. Тут кто-то упал, видимо. На кого-то упало что-то горящее, да? Кого придавило? Как мне выбраться отсюда? Так, флайер. Это что такое? А, это просто флайер. Я думал, это какой-нибудь зажигательный такой. Так, ну, где кто и когда? Черт. Я застряла, пока не потушу огонь. Где-то должен быть огнетушитель. Во всех зданиях должен быть огнетушитель. Что-то, блядь, я его не вижу, правда. Что-то со светом проблемки очень сильные. Ну, если взглянем, ну что дальше, ну. Ох. Аж грустно стало. Футбольная лига, Аркадий Бэй. Ага. Где, блядь, огнетушитель? Я не знаю, зачем... Чем мне это поможет? Надеюсь, мы выберемся отсюда, Хлоя. Это же вообще мне никак не поможет. Вот здесь что-то обвалилось. Вот. Использовать. Ой, парень, прости. Он мертв. Его убило током. А как меня вытащить? Я могу его вытащить сейчас? Меня не убьет ведь?
Если я вытащу и перемотаю время. Блять, там, там все потоком. Рыбак. Взглянуть. О, нет. Ну я понимаю. Но сейчас мы можем это очень легко исправить. Во-первых, надо как-то вытащить его оттуда. Очень аккуратно. Если я на воду наступлю, ничего. Не, я тут просто дойти не могу. Так, ну, отмотаю я время. Огонь ведь не начнет гореть? Начнет. Или нет? Или да? Хватит с меня бурь. А, теперь я здесь. Пойдем. Все время, нам нужно бежать отсюда. Мне нужно подышать. Мне нужен воздух. Дурачок. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Тут есть типа разбитое окно. Мы можем сюда. А. Отсюда. Нам нужно убираться отсюда. Город умирает. Так, нужно поторопиться в закусочную. Мне нужна фотография Уоррена. Быстро, 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 быстро. В темпе вальса. Поможем всем, чем сможем. А чё я не отсюда вышел? А у меня есть другой выход? Да, есть. Замечательно. Да. Намело так намело. Все горит, все в огне, все в дожде. А вот и закусочная сама. Мы добрались. Ну давай, ну что ты смотришь? Нам надо быстрее идти туда. Где вход-то? Вход вон там все время был. А вон он, я вижу. О боже. Лодку аж сюда приземлило. Ага. И... Ну это понятно, что это очень плохо. Так, надо очень быстро, очень быстро. Блять, не отсюда, я понял. Нет, 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 нет. Тут есть песок, типа, но используем... Ну что, дальше? Неужели это поможет? Подожди, а что мы делаем-то? А, тут разливается что-то. Да. Спас вас у жопу, вашу, вас у жопу, да. Нормально. Вот теперь можем войти. Черт, завалил, нужно найти другой вход. Есть наверняка задний. Должен быть задний ход всегда. Газетка сейчас не к месту. Так, вот окно, типа. Взглянуть. А залезть и через окно, типа, нет, никак. Вот дверь. Вот и черный ход, про который я так думал. Че бездомная? Кто бездомная? Оу, ее убила, что ли? О, нет, только не она, она должна... Я должна была ее предупредить. Но ее мы точно не сможем предупредить. Я только о себе и думаю. Уоррен, мать твою. Что такое? Сколько провианта тут? Уоррен! Да что ж такое-то? Привет, Макс! Ой, ты здесь. Макс, да. Боже, дорогая, я так рада тебя видеть. Ты в порядке? Ты в курсе, что Хлоя лапу откинула? Да. А вы? Закусочная еле-еле держится. Не знаю, переживем ли мы торнадо. Я скажу вам, что нет. О, офицер Берри и все эти люди, оставшиеся на улице. Я знаю, ладно, заходи. Нужно вернуться к этому господину на полу. Уоррену удалось собрать оставшиеся медикаменты. Тут не так много, Джойс, но это все, что у нас есть. Ты в порядке, Уоррен? Как я мог игнорировать все эти предупреждения, Макс? Снег, затмение. Это все равно бы ничего не смог сделать, Уоррен. Какой же я дурак, я должен был это предвидеть. Да к тебе это ничего не дало. Ну, предвидел ты, ну что, я предвидел, ну что теперь. Я так рада, что они в безопасности. Но мне нужна фотография Уоррена. Уоррен, блядь, дай фотографию мне, которую ты мне должен. Не, люблю говорить, я рад. Ненавижу говорить, я рад тебя видеть, но я правда рад. Понял. Ничего страшного, главное, что ты в безопасности. Фотку давай! И после того, как ты навалял Нейтану, я знаю, что ты можешь себя обстоять. Фотку давай! Уже давно уже поставить его на место. Фотку давай! Да ты задрал, черт, Макс. Не верится, что ты сюда переехала. Во время сильнейшего шторма ради одной фотографии. Я ведь знаю, что ты приехала не ради меня.
Уоррен, я приехал ради всех. Просто скажи, где эта фотография у тебя с собой. Я просто хочу... Замолчи, выслушай меня. О, да, ты наконец-то расскажешь мне то, чего не рассказывал тогда на парковке. И мне жаль, что я это сделал. Так что расскажу тебе сейчас, не вдаваясь в подробности. Постарайся мне поверить, хорошо? Не вопрос, рассказывай, пока есть такая возможность. На уроке Джефферсона у меня было видение торнадо, уничтожающее Аркадия Бэй. Я вытащил его в туалет и видел, как Нейтан Прескотт застрелил мою лучшую подругу Хлою. Уваливаешь? А что тут уваливать? Продолжай. А потом выяснилось, что я могу перематывать время. В конце концов, оказалось, что Джефферсон псих и очень опасен. Вау. Что еще? А вот про Хлою я тебе не скажу. Я думаю, что буря началась... Все это началось, когда я обнаружила, что могу обращать время вспять. Это ведь не может быть просто совпадение, верно? Макс, только не буря, но и затмение, птицы, киты, все. Это все из-за меня. Ну как? Я не ученый, хотя притворяюсь им в школе, но... Это похоже на действие противодействия, теория хаоса. Что действие? А что случилось с Джефферсоном? Он не навредил тебе? Но накачал пару раз, знаешь. Не буду я говорить про Рэйчел. Через Нейтана он добывал для себя дурь и деньги. Джефферсон связал меня. Накачал каким-то наркотиком, потом фотографировал. Это было так ужасно. Макс, мне так жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Ты самый смелый человек из всех, кого я встречал. Да, теперь я хочу убить этого ублюдка. Где он? Пойман. Долгая история, которую мне срочно нужно изменить. Разве это плохо? На каждое действие есть противодействие. Вот это, блядь, еще умные мысли. Каждый раз, изменяя время, ты запускала цепную реакцию, даже в природе. Может, оставь все так, как есть? Давай вот это. Уоррен, я знаю, что это безумно звучит, но я могу рассчитывать только на тебя. Вот бы мы проводили больше времени друг с другом. Ты мне веришь? Макс, конечно же, я тебе верю. Ты самый потрясающий человек из всех, кого я встречал. И я рад, что ты мне доверяешь. Я всегда тебе доверяла. Вот бы я еще могла и силам своим доверять. Я, наверное, мы никогда не знаю, чья точно ты или проделки волшебника, но ты определенно являешься частью чего-то большого. Я верю в судьбу, но за эту неделю я понял, что ни хера не знаю о мире. Но ты не ты один, Уоррен, да. Я знаю, что ты здесь не просто так, а вот почему. Это уже придется узнать тебе самой. Макс, мне жаль, что ты ввязалась в это... Даже не знаю, как эту херню назвать, но я полностью уверен, что ты поступишь правильно, когда придет время. Я горжусь тобой, Макс. Что может быть важнее этого момента? Так я еще и оказался рядом с тобой в такое время. Спасибо, что ты рядом всегда. Наверное, это будет мое последнее возвращение.